Анонс и точно дата выхода нового военного сериала «Операция Неман». Премьера сериала состоится 27 апреля на интернет-портале Wing. На канале РЕН-ТВ премьера состоится 9 мая. Главные роли в сериале исполнили Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. Капитан Алехин работает в оперативно-розыскной группе Управления контрразведки фронта. Ему поручают важное и опасное задание. Он вместе со своими коллегами должен найти группу диверсантов под названием «Неман». Возглавляет их немецкий агент Мищенко, хороший знакомый Алехина. Руководитель диверсионной группы собирает разведданные, которые необходимы немцам для того, чтобы нанести удар по советской армии. Алехин и его сотрудники начинают поимки Мищенко. Но каждый раз дело срывается, так как немецкому агенту прямо из-под носа удается уйти. Премьера сериала состоится 27 апреля. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.